Если автобусы нет, мы не едем. А, мы с ним продаем. Танцуем, говорим. Сейчас здесь попиться. Грамота у нас уже. Три максим. Именная. Максим, осторожно, не пролейте воду. Ну что, давай покажем хоть один фокус. Да, вот давай. Давай, Максим, да. Как... Нет. Давай, включи. Надя, давай сюда фигуринка вспомним. Внимание, внимание! Вон там стулья. Уважаемая публика! Только сегодня, и только сейчас, и только для вас! Всем на удивление цирковое представление! Спешите увидеть! Вам круто повезло! Впервые перед вами выступит знаменитый фокусник из Гранд. Знаменитый факир по имени Лик. Лорен Зарина Георгиевна в переводе. И мой помощник, мой ассистент. Аравчонок, совсем еще ребенок. Максимка, аплодируем. Итак, дорогие господа, разрешите-ка мне сейчас вручить вам этот предмет. Иди, девочка, сюда. Ну-ка, поглядите, что это такое? Это мешочек волшебный. Держи за эти веревочки. Если дернешь, то он закроется. Все видели? Еще раз открываем мешочек. Дергай, закрываем. Проверь, пожалуйста, он пустой. Покажи всем. Пустой мешочек. Ваша задача понятна? Итак, у меня есть поднос. Металлический. Дай-ка мне, Максим, сюда кошелек. Сейчас, найду его. Высыпай, пожалуйста, денежки. Все. Тут все. Итак, кто у нас главный математик? Кто в школе учится на одни пятерки по математике? Иди скорее сюда. Ну, кто умеет считать? Сюда скорее. Максим, давай, ищи. Вот, смотри, девочка хочет. Вот та девочка хочет. О, еще одна. Хорошо, стой. Ну, давай, давай, давай. Вот еще, давай. Вот, два. Математика у нас. Ну, считайте, сколько мне монет? 10 монет. Возьми 5 монет в руку. И ты возьми 5 монет в руку. Итак, поднос пустой. Ой-ой-ой. Ну-ка, давай, клади сюда свои 5 монет. Подходи сюда ко мне скорее. Открывай волшебный мешочек. Надо опустить туда, затергивай, чтоб ничего не улетело. Итак, твоим 5 монет. 5? 5. Итак, открываем. Скорее, 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 скорее. То сейчас улетят, улетят, улетят. 5 за 5. Сколько будет? 10. Правда? Какие вы молодцы. Давай проверим. Высыпай сюда денежки. Проверяем. 5 за 5 сколько у нас? 10. Считайте. Я не знаю. 8, 9. Считай, считай все. Считай. Давай один по одному. 17, оказывается. Можете пройти на место? Чита!
мне иглу, пожалуйста. А сейчас? На ваших глазах. Можете проверить. Я не знаю. Пожалуйста, посмотрите, проверьте. Давайте. Давайте. Стекло. Да. Стекло. Игла. Игла железная, острая, настоящая. Сейчас я этой иглой проткну насквозь. Нервных прошу не удаляться. Проткну это стекло. Ой, не получается. Потому что я не могу найти середины. Неси мне мишень. Так, дай проверить иглу кому-нибудь, чтобы все видели. Проверяйте иглу. Мишень вставляем. Ровно, чтобы найти середину. Все проверили? Вторую мишень. Вторая мишень. Вторая мишень. Итак, стекло с мишенями. Кто здесь меткий стрелок? Кто? Да меткий. Есть тут меткий стрелок? Ну иди сюда. Держи скорей. Бойся, не бойся. Я тебе помогу. Посмотрите, как зовут у нас смелую девочку. Ксюша. Ксюша, видишь серединку? Давай тихонечко, тихонечко протыкай ее иглой. Сильней, сильней. Прошу. Где дырка? Реконструкция произошла. Где у меня Ксюша? Посмотри, куда ты просыпала. Нету ничего? Нету ничего. Молодец. Ну что? Может быть, тогда сейчас домой стакан воды. Ой, что-то у меня в горле пересохло. Дайте-ка мне стакан воды. А, сейчас лью. Ой, спасибо. Да чего вкусная вода? Наверное, из ваших подземных ключей. Ну что? Будем фокус показывать со стаканом. Будем? Итак, этот стакан можно перенести на стол двумя способами. Смотрите, какими? Первый способ видимый. Берем стакан, несем, ставим на стол. Аля! Видимый способ, правда? Теперь будет способ невидимый. Принеси мне сюда ящик. Вот, пустой. Проверь, пустой ли? О, правда пустой. Накрываем ящичек. На стакан. Где мой? Глоток! Глоток! Кто определяет, как, где у нас есть? Нет, я сегодня смотрю с мамой. Правда! Правда!
день начала 20-го курса. А из маминого команда? Проверьте, пожалуйста, штабель. Проверьте, проверьте. Ой, какой он шелковистый, какой он красивый. Вот так. И сейчас мы накрываем. Надо перенести его. Максимка, я тебе доверяю, но смотри, тут скользкий стакан. Придерживай его. Придерживай. Тихо, занимай. Вот. Главное, смотрите, чтобы ни капли воды не пролилось. Несем. Несем тихонько, а то не получится фокус. Ни капли воды, ни капли, ни капли. Что ты наделал? Все, возьмите его. Нет, нет. Помиловать. Помиловать. Ну, если фокус не получится. Получится. Так как моя фамилия немецкая, мой прадед из немецких прибалтов, в городе Таллине, раньше назывался он город Ревель. Итак, я считаю, ein, zwei, drei, стакан, перелетай! О! Посмотри, там не подними, ящичек, поднимай, поднимай, нам покажи. Браво, браво. Ну, простили, молодец, справился, ты мне друг, справился. Нам будем все гулять на улице. Что? Вы еще хотите фокус? Да. Вы хотите фокуса? Да! Еще фокус? Да! И только фокуса? Да! Мы не попадем. Ну тогда... А ты слышишь, постой, ты здесь... Активка! Давай. Сейчас он будет узнавать цвет этих платочков. Давайте сначала мы с вами проверим. Этот цвет пусть будет красный. Хорошо? Согласились? Да. Красный. 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 Это какой цвет? Желтый. Желтый. Это какой цвет? Голубой. Синий. Синий. Или голубой? Синий. Давайте голубой. 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 А это белый. Голубой. Максим, сосредоточься. Так, кто поднимет платочек, загадает ему. Ой, моя... Можно. Поднимай платочек. Поднимай. Итак, господа, сейчас перед вами Максим отгадает цвет этого платка. Голубой. Ура! Матина, Матина, какого же цвета этот платок? Желтого. Нет, какого? Не угадал. Вторая попытка. Какого цвета этот платок? Ой, ein, zwei, drei. Какого? Опять голубой? Нет. Посмотри сюда, Максим. Чего-то ты сегодня у меня, наверное, плохо ел. Кормить надо. Да. Ну-ка, кто еще? Этот у меня вот хороший, очень хороший. Ой, если нет, давай. Итак, ну желаем знать этот цвет платка. Думай. Желтый. Да. Ой, браво! Ой, молодец.
получается у меня лучше света не в этой девочке. Ну что? Итак, уже не знаю, что с ним происходит, боже мой. Боже мой, какого же цвета этот платок, боже мой. Ой, боже мой. Белый. Ой, верно, белый. Аплодируем, мальчики. Браво, браво. Итак, ой, карманы какие у меня длинные. Веревочка! Ой, еще запуталась! Распутываем, распутываем. Посмотрите, пожалуйста, посмотрите. Крепкий. Итак, карман волшебный мой. Держи, Максимка, что только у меня здесь нет в кармане. Глядите-ка, глядите. Еще чего-то есть. Точно. Итак, золотое кольцо. Надеваем его на веревочку. И завязываем. Запомните, что я по очереди буду завязывать. Раз. Подайте мне 5 колец. Вот 5 колец. Давай сюда. Попугай. 5 колец. Завязываем. Все запомнили, что сначала было? Одно кольцо, потом 5 колец. Подать сюда ключ. Ой, это ключ уже от моего дома. Так. Завязываем, чтобы у меня все было, но все потеряется. Надо все завязать. Крепко-накрепко. Есть ли еще ключ? Есть. Давай. Ключ уже от сундука, где деньги лежат. Вот, сюда. А сундук где? А сундук в доме. Дом. И последний ключ. Как мое сердце, видите? Да, прямо сердечный мой ключ. Да. Завязываем. Оп. Ну что, если у меня тут мужчины в пиджаках, дайте мне, пожалуйста, никак, ну кто же мне поможет? Фокус это не будет? Кто мне даст пиджак или куртку? Мужчина. Вот, давай. Подержи, пожалуйста. Итак. Прошу вас подержать. Прошу вас подержать, молодой человек. Дары там. Держи. Итак, что для крепости, дайте. Девочки, вы подошли бы? Девочки, дальше отходим, чтобы всем видно завязывать. Завязываем. Завязываем и даем вам. Держи крепко двумя руками. А ты за один конец, за другой. Замечательно. Итак. Ой, деду у вас все. Итак, давайте вспоминать, кто завязывала сначала. Кто завязывала сначала? Кто завязывала сначала?
было? Дальше что было? Один ключ. Один ключ. Один ключ от дома. Верно. Ключ от дома. Дальше да, что? Один ключ от сундука. Ключ от сундука. И деньги лежат. Да. И его хотите получить? Вот вам. И последний какой был? Ключ от сердца. От сердца. Правда. Верно. И последний был ключ от моего сердца. Где же оно? Вот он, ключ от моего сердца. Ну а теперь ваша куртка. Не боитесь, что вы ее сейчас порвете? Тяните крепко друг на друга. Раз, два, три. Угадал только один цвет, не угадал, да? Но был великолепен, конечно. Здорово, конечно. Пожалуйста.